Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1498. События дня. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». За 18 января 2020 года. Сочельник крещенский. Морозов нет, а снега идут. Вот обращение. Ищем помощника, кому попадет этот счет. Игорю помогли бы купить комбайн новый. Находятся вроде все, а потом пятятся назад. Вот 4 ролика про Игоря. Как он ведет хозяйство, тут все. Подарить Игорю барабаш, Потерявке новый комбайн. 10 сентября 2016 года я еще говорил об этом. Вот так. Считайте, если я буду продвигать. Вот то, что у нас тут идет, разговор какой. И вот все здесь записывается. Курсором остановить можно, чтобы тише передвижение было. Это в нашем, как называют, чатом. Не люблю это слово, но содружество. И вот делятся, кто там что хорошее знает. Вот дитя малое, как в нем злые начатки действуют. Это Иоанн Златоуст говорит об этом же подробно. Я не могу читать, голоса уже нету. Так что читайте сами, очень полезное. Курсором останавливайтесь, ткните, оно остановится, то мне долго сидеть тут. Иоганн Арнт якобы сказал это. Связи нет. Вот ночью написал один из Прибалтики. Ну, день какой? Припомнилось. Сочельник.
Много тут снегу намело. Пришлось убирать тут, помогать. Главное, Володя работу ведет, а не я. Вот так. Занимаюсь тут, кормлю птиц, кошек. И вот тут сбросили ролик наш же. Две сестры, как... Вот вопрос 4062, 30-й том, открытым оком. Я так проведу, чтобы вы могли просчитать. Вообще полезно, не только интересно.
можно, мы почистили вчера. Вот, воду натаскали, все нормально. Он сказал 8 часов подъедет. Ну, скользко надо. Ну вот, на один день, пожалуйста, хватит. Вечером была у нас служба, мало народу было, тут кое по снегу не проедешь в городе, все.